По нынешним временам не знаю даже, в какой лучше. В долларах, наверное. Я думаю, в долларах все равно. Ну, он стабильный сейчас, более-менее, высокий курс. Не знаю, либо рубли, либо доллары. Гривна падает, поэтому вот так вот. Не знаю, у меня их нет, поэтому и ответить очень трудно. Вот. Я все, что получаю, я все трачу. И пенсию, и вынуждена еще выйти на работу, работаю. Потому что выжить на пенсию нет возможности, коммунальные заплатить услуги. Русский рубль, конечно, валюта хорошая для России, если честно. Но мое мнение, все же доллар всегда был более стабильным. Доллары? Почему доллары? Ну, более самая стабильная валюта за все проверенное время. А вы думаете, у нас сейчас есть сбережения в ДНР? Не знаю. У нас цены российские, а пенсии... Вообще таких пенсий нигде нет.